Давайте с бюджета каждому командующему округа, ну или группировкой, дадим по миллиарду, каждому командарму по полмиллиарда. Причем безотчетно. Я вас уверяю, не в течение месяца столько этих беспилотников притащит на фронт, что хахлы просто захлебнутся. Захлебнутся. Это все можно. И вот, наверное, вот когда у нас там сертификация, все остальное, да, как обычно, и идет все через одну структуру, через управление вооружений Министерства обороны, дайте командующим вот эти средства. Я вас уверяю, у них все получится. Как только мы дадим по миллиарду, по полмиллиарда, у нас всех генералов посадят в тюрьму, как генерала Попова. Пока мы не сделаем систему. Я сказал, безотчетно. Нет, о чем я и говорю. Ключевое, да. Вот пока мы не введем презумпцию невиновности, а не презумпцию виновности, у нас будут проблемы.